90% пляжей в курортном поселке Николаевка признаны аварийными. Лишь 4 пляжа здесь было официально разрешено открыть для отдыхающих. Вот такие таблички непременно попадутся вам на глаза в случае, если вы остановили свой выбор на Николаевке. Но, честно говоря, запреты мало кого останавливают. И хотя туристы ругают береговую линию, на чем свет стоит, все равно приезжают именно сюда и раскладывают лежаки прямо под страшным предупреждением. Единственное пожелание, конечно, чтобы хорошие дороги были. А так все нравится. И цены, и люди очень приветливые. Пляж здесь хороший. Ну, как бы здесь всегда с детьми ездят. Пляж, конечно, не оборудован. Если бы его оборудовали, было бы, конечно, хорошо. Ну, посмотрите, да, элементарные мусорки, да, отсутствуют. Грязь на пляже. И прежде чем сюда присесть, нужно убрать за собой. Я хотела, чтобы как-то более, да, местные власти проявили отношение такое для... чтобы было очень уютно гостям, которые сюда приезжают. Посмотрите, в каком состоянии берег. Это очень страшно и опасно. Элементарно, какие-то сетки сделать. Ну и, конечно же, сделать намного комфортнее. 6-й год отдыхаю в Николаевке, все мне нравится. Ну вот с Майей очень солидарно в плане того, что нужно, чтобы была культура отдыхающих. И, конечно же, немножечко облагородить пляж, потому что, ну, небезопасно, вот это все небезопасно. Будем справедливы, Николаевка в этом сезоне относительно похорошела. Здесь больше нет мусорных завалов, а песок не перемешан с окурками. Однако береговая линия стала выглядеть еще более устрашающе, чем прежде. Но тут очень много факторов. Первый фактор – это добыча песка из нашего Черного моря. Это первая добыча песка. Второе – это незаконное строительство. То есть при Украине, при халатности властей разрешалось строить как-то там, ну, разными схемами, сами знаете какими. Поэтому из-за незаконного строительства, не согласованных с экспертами, тоже получается разрушение берега. Это второй фактор. Ну и третий фактор, естественно, это уже природа, это стихия. Это дожди, волны, шторм. Со стихией, конечно, ничего не поделаешь. А вот в борьбу с нерадивыми предпринимателями и застройщиками давно пора бы включиться. Руководитель местной администрации утверждает, что суды начнутся совсем скоро. Однако выиграть тяжбы будет нелегко. Документы почти у всех есть. У 99% застроенных в береговой линии у нас документы есть. Поэтому так сразу сказать, что это нелегальные застройки, нет. Да, мы видим, что это объекты с нарушением, но они были выданы украинскими государственными властями. И они есть, и поэтому просто так не снесешь. Будем судиться, да, обготовим документы на несколько объектов. Что бы там ни было, береговая линия Николаевки будет лежать в руинах, по всей видимости, еще долгое время, поскольку средств на ее реконструкцию не отыскать ни в местном, ни даже в республиканском бюджете. Одна надежда на федеральную целевую программу, в которую прошлый руководитель по какой-то таинственной причине забыл включить свой родной поселок. Мы понимаем, что сегодня бюджеты не настолько самодостаточны, чтобы провести такие колоссальные работы. В районе, в сельском поселении таких денег нет. В республике, к сожалению, пока тоже. Поэтому мы планируем увеличение, вот может быть, в ФЦП будут внесены изменения и будут необходимые средства выделены по федеральной целевой программе. Есть, конечно, большие сомнения в том, что на маленькую Николаевку обратят свое внимание большие чиновники. Но в ином случае поселок, зарабатывающий именно на туризме, рискует остаться вовсе без берега. И будет интересен разве что жителям Симферополя, которые считают Николаевку городским пляжем. Но на них особо не разбогатеешь. Дарья Харишко, Алим Велиев, «Аргументы недели Крым», Николаевка.